Ежегодно весной жители городского округа Вуктыл с нетерпением ждут открытия дороги жизни. 13 мая планировалось начать работу паромной переправы через реку Печору на автодороге Ухта-Вуктыл в местечке Куздебош. Проезд пассажиров через Печору катером и паромом будет осуществляться в соответствии с указом главы Республики Коми и рекомендациями Роспотребнадзора при наличии цифрового пропуска. Без пропуска возможен проезд к месту отдыха при наличии билетов в больницу и по месту прописки. В связи с продолжающимся подъемом уровня воды на Печоре и отсутствием возможности нормального подхода парома к левому берегу, так как на ухтинской стороне вода идет через подъездную дорогу, работа переправы будет осуществляться в особом режиме. В случае увеличения уровня воды до критического, работа переправы будет остановлена без предупреждения.